Привет, привет. С вами канал «Лучше на планете Марс». И мы сегодня не на Марсе, в Москве. Снова в Москве, представьте. И будем что-нибудь сегодня дегустировать. Что-нибудь интересное. Давай, Ром, я ром, наверное, не пил ни разу. Ты ром не пил ни разу. Ну давайте, решили, решили. То, что не ходовой. Ну, хотя Бакарди Голд тоже хорошо, но... Давай Бакарди Голд. Ну давай сравним два. Вот это Бакарди Голд, два со стаканами, давай сравним. У кого стакан лучше? Ага, да. Они же конкуренты прямые. Да? Но вот эти ребята хотят конкурировать с Бакарди. Почему так решил? Потому что их стаканы. Они очень похожи. Похоже, ну да, немножко похожи. И ценовая политика 1400 и 1100. Конкурировать-то ценой они могут? Ну, 2400. Хорошо, давай, давай, уговорил. Всем привет. Привет тебе. Будем дегустировать ром. Мы сегодня взяли две бутылочки. Одну такой фирменную Бакарди, о которой все уже вы, наверное, знаете. Бакарди самый популярный бренд вообще в мире, раскручен. Разверчен, да, скажем так, популярный напитчик Бакарди и Бакарди, который тоже оказался Бакарди. Мы хотели взять что-то другое, но оказался, к сожалению, тот же напиток, только с определенными вкусовыми добавками. Итак, что такое ром? Ром, по большому счету, такой же дистиллят, такой же алкогольный напиток, который делается из сахарного тростника, либо из патоки, дистиллируется на перегонных кубах и потом некоторое время выстаивается в дубовых бочках. По большому счету, та же самая технология, что и по производству виски, либо коньяка, только исходный здесь сахарный тростник. Поэтому ром всегда слаще, чем виски. Ну давайте попробуем ром, меньше слов, как говорит вечер телеграмма. Красивые бутылочки, красивые. Какой начнем? Да, там мы скрываем. Нет, давай сначала вкинем стаканы. Как это делается? Ух ты. Тут как хрен своруешь в магазине. Итак, по большому счету бутылки одинаковые, цвет напитков одинаков. Эта бутылочка даже посимпатичнее оформлена. Согласись, хотя она дешевле. Но эта бутылочка классическая, блестящая, золотая. Кстати, ром вообще-то в основном идет на коктейли, да? Но мы решили попробовать его сегодня чистым. Давай попробуем. Но мы же все равно потом попробуем с колу. Но для этого мы брали колу. Итак, чистые Бакарди. Открываем. Здесь дозатор. Оператор нам показывает дозатор. Вот это самая знаменитая летучая мышь Бакарди. На красном фоне. Бэтмен, черт побери, Бакарди. Все знают. Ну, далее выйти стакан, это, наверное, оставим. Это мы используем для Кока-Колы. Для коктейля. Для коктейля. Первый стаканчик. Держи, Никита. Второй стаканчик. Ну чем, я не бармен? Давайте запах на нос. Сладость какая-то, карамель. Просто сладкий, вы знаете, как лимонад. А я даже и особо не чувствую. Но спирта вообще нет, никакой спиртоводности нет. Карамелька, как ситро, наверное, пахнет, честное слово. Чистым ромом его вообще мало кто пьет, и только лучше на планете Марс решил попробовать ром чисто. Где пьют, там и льют. Ну давай, ваше здоровье. Ваше здоровье, дорогие мои. Не болейте никогда. Ну нет. Да. Да, но нет. Ну нет, запах гораздо лучше, чем вкус. Пить его чистым я бы, наверное, не рискнул. Либо туда... Нет, чистым нет. Однозначно нет, наверное, все-таки, ну, может быть, со льдом. Я о Бакарди бы улучшил мнение, если честно. Почему здесь Бакарди? Вообще ром, мы пьем как бы... Ну, как бы о бренде в целом. Бренд... Бренди Бакарди или бренд Бакарди? Хороший. Ну, глоток побольше, рискнем. Нет, как же резина жженый пожевал. Нет, 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 нет. Этот напиток чистый пить вообще нельзя. Нет, ребят, чистый напиток это не пейте. Открываем следующий. Итак, Никита, открывай сердце дуба. Здесь 35 градусов. Оригинальный, написано оригинал ром, да?
И да. это... Здесь нет. Это да, пряный ром. Здесь и уже присутствует корица и мускатный орех. Давайте сравним. Ну да, здесь есть... Здесь. Сразу видно 400 рублей разница. Наливай. Ну давайте. Напомню, что первый... Слишком много ты наливаешь этого... Мы еще не знаем. Аскова напитка. Мы еще не знаем. Какой на вкус, на запах. На запах, кстати, уже, мне кажется, он... Этот очень темный, гораздо темнее. Тут написано, что там клируется... Мускатный орех, корица, и вообще название гласит, что это сердце дуба. И самого дуба. Дуба. Веганы бы нас сейчас... Да, поддержали. Чего? Наоборот, мы же и пьем дуб. А вот это пахнет гораздо мягче. Здесь запах ванили. Приятный запах. Очень приятный запах. Ну это... Не разочарует ли нас на вкус? Давайте, да. Тут каких-либо специальных ноток здесь не раскрывается. Я не могу сказать, что здесь... Нет, что-то еще. Ваниль есть. Сахар и ваниль. Ну и все, наверное. Будет... Корица, наверное. Будет удивительно, если это напиток окажется вкуснее. Ну тут есть и корица, и мускат, и это пряный... напиток, и он сделан для коктейля, здесь 35 градусов. Ну давайте попробуем на вкус. Но. Что же он? Ваше здоровье, дорогие мои. Да, берегите себя. Не болейте. Не пейте чистым ром. Очень интересный напиток. Оператор ржет за кадром. Второй оператор тоже. Спасает этот напиток то, что здесь 35 градусов. Итак, все, Никита, я больше не могу пить этот напиток вживую, свежим, неразбавленным. Этот напиток, наверное, все-таки ром для этого, наверное, все-таки и не делается. Либо он делается для пиратов, для немытых мужиков с большими бородами и на одной ноге с привязанным глазом, либо не для нас. Давай попробуем все-таки ром и пепсикола. Все, конечно, знают, алкоголь ужасно вреден, а напиток пепсикола чрезвычайно полезен. Итак, ром и пепсикола. Ром и пепсикола — это стандартный коктейль, который делается один к трем. Туда надо еще добавлять лед, туда надо еще добавлять лайм, но у нас в Москве нету лайма. На этой секретной квартире нет ни... Там квартире. Да. Планета Марс. Наливаем. Сначала наливается... Нет, ром. Ром, да. Да, а какой ром из этих двух мы нальем? Сложный выбор. Давай, тот, который подороже. Да. Вдруг он раскроется. Ну, давай. 50 грамм, да? Вот это, знаешь? Наливаем по пулькам, хотя стаканы разные. И... Я знаю такую теорию от барменов, что бармены считают до какого-то количества, ну там, до 5, когда льют, потому что везде есть дозатор, и количество вылитого алкоголя всегда равно. То есть ты считаешь просто 1, 2, 3, 4, 5. Вышел, значит, гулять. Добавляй... Колы. Да. Ну, колы я налью побольше, уже извините. Две трети правильно не должно быть, а ты одна треть... Ну, его нахрен. Рома, пить чистым. Единственный минус в этих... хватит. Единственный минус в этих стаканах, то, что не видно, какой объем. Но цвет... Цвет пепси, да. Пепси, да. Запах пепси. Цвет пепси. Давай попробуем на вкус. На вкус пепси? Да. Ваше здоровье, дорогие мои. Рискнем. Ну, что и требовалось доказать. Напиток заиграл, напиток стал вкусным. Нет, я хочу сказать одно. Хотите сделать коктейли, делайте их сами. Да, покупайте настоящий напиток. В принципе, ну, достаточно дорого он стоит. Пепси и лимонад, но... Давайте по-честному, мы не до конца сделали коктейль, мы должны сюда добавить и лед, и немножко лайма, поэтому это самый такой простой вариант для студентов, которые... И командировочных, да. Всего вам доброго, летайте с нами, летайте высоко, подписывайтесь, ставьте лайки, мы уже сказали, какое количество мы надеемся, да-да-да-да-да-да-да. Спасибо вам, что смотрите наш бред, и будьте счастливы, пока. Ваше здоровье, дорогие мои.